Формат диалога матищинских старост с администрацией уже успел доказать свою эффективность. Несколько раз в месяц заместитель главы Павел Нуштаев встречается с сельчанами для обсуждения наболевших вопросов. В центре повестки – уборка мусора и договоры об уплате счетов за коммунальные услуги. Бытовой мусор из населенных пунктов вывозит региональный оператор. Однако за утилизацию крупных отходов жителям придется заплатить. Строительные отходы, естественно. Там кто-то несет там двери, какие-то холодильники, диваны. Это все утилизируется за счет жителя. Еще одна актуальная тема – борьба с ядовитыми растениями. Борщевик Сосновского представляет для жителей все большую угрозу. Он вызывает у людей болезненные ожоги. Тем не менее, результаты его ликвидации уже есть. В этом году у нас марфинь у всех практически прилично, все обрабатывают. Среди тем, как текущие, так и долгосрочные вопросы. Как гласит народная пословица, готовь сани летом. Планы на предстоящий сезон холодов волнуют многих жителей сельских территорий. Уже обсудили подготовку к зиме. В том числе я знаю, что жителей наших, и в частности старост, конечно, волнует зимняя уборка снега. Ждем снежную зиму. Готовимся. Надеюсь, что в тесном сотрудничестве мы порядок будем поддерживать на достойном уровне. Регулярные встречи – лучший способ проработать все вопросы и договориться об эффективных решениях. По словам старост, постоянный контакт с коллегами помогает сделать жизнь матищинских сельчан еще комфортнее. Я стараюсь, насколько это возможно, посещать часто встречи в таком формате, потому что они, я считаю, что плодотворны, вот, и решают большее количество наших бытовых сельских проблем. По результатам обсуждений составлен протокол. Все вопросы взяты в работу. Напомним, такие собрания с представителями администрации и ресурсоснабжающих организаций проходят на регулярной основе. О дате следующей встречи можно узнать в вашем территориальном управлении или в социальных сетях заместителя главы, курирующего это направление, Павла Нуштаева. Алина Савыш, Евгений Ощепков, Денис Корнев, Пиро Матищинский.